Я вот сейчас в своем маленьком кабинетике нахожусь, это вот мой кабинетик такой. И вот где-то сначала, где-то с середины зимы, скорее всего, наблюдаю я два снегиря. Прилетают ко мне постоянно два снегиря и сидят вот здесь на деревьях. Главное, не напротив, а вот на том дереве. И находятся они здесь четко, вот прямо четко, примерно до 12, до пол первого. После обеда их вообще здесь нету. И еще сюда прилетают периодически, вот какой год наблюдаю, прилетают сюда сороки. Они пытаются строить гнездо вот прямо напротив окна. Потрогают каждую веточку, пристраивать успевают, да, потом улетают и почему-то здесь не строят гнездо. Но лет 6 назад я снял, как сороки у меня прямо напротив окошка строят гнездо. Это интересно.